планете войска Вандер и опасно, берегитесь пытаться убить вас. Свирепые сторожевые псы по сигналу тревоги, они всюду расставляют ловушки и берут под наблюдение весь остров. Чтобы их уничтожить, нужно стрелять по антигравам. Это все. Все. Тут что-то на английском. Запись каких-то химических процессов. Батарея Бекереля необходима. Потаж, получаемый из пепла растительного происхождения. Азотная кислота, цинковые прутья, стеклянный тубус, помещенный в какой-нибудь пористый и пластичный материал. Пластилин в глину. Батарея вольта. Внутри подходящего тубуса разделите медь и серебро перегородкой из хлопка, пропитанного лимонным соком. А я уже такое сделал. Нитроглицерин добывается из азотной кислоты и глицерина. Азотная кислота – это продукт перегонки селитры, обработанной серной кислотой. Серная кислота добывается путем прокаливания кристаллов сульфата железа в перегонном кубе, после чего кислота выделяется в виде пара, а затем сгущается в собственно серную кислоту. Порох, сера, селитра и древесный уголь. Интересно. Давайте посмотрим, что у нас имеется. Ядро, слежавшийся порох. Так, это стебли бузины. Это ржавый гвоздик, это перо, червяки. Так, пожалуй, надо навести порядок тут. Вот смотрите, червяки уже нам не понадобятся, крючки тоже. Это кирка. По-моему, тоже не понадобится. Пирог тоже не понадобится. Прутья, кирпич. Так. Пушечное ядро. Сейчас перекладывать покомпактней, чтобы было. Тряпка. Рогатка тоже нам уже не понадобится. Но вот эти ложки еще понадобятся. Так, веревка, кинжал. Тут
пусто, тут пусто. Тут древесная уголь. Давайте. На второй странице все, что упоминается вот в этих записях примерно, сюда и перебросим. Это гвозди. Тоже не понадобится уже. Так, плошки, спирт. А, все, не хочу в порядке наводить. Давайте. Эта пушка неправильно заряжена. Не стоит делать это еще раз. Так ж. Еду. Так, ядро. Дрот. Так, и порох. Нет, он слипшийся, его надо в мельнице размолоть. Это вернемся там. А что ж? Сейчас посмотрим. Сера, селитра и древесный уголь. Селитра, сера и древесный уголь. Сера. Так, ну древесный уголь вот. А серы у нас нет пока. Да, пока нету. Или есть оно. Это глицерин, это не сера. А где глицерин? Цинковые прутья, азотная кислота, потаж. Нитроглицерин, кристаллы сульфатов перемотан в кубе. У нас нет кристаллов сульфата. Так, ладно. Тут еще вот порох раздробить надо. Для этого надо на мельницу сходить. Опа, а это что? Вот это. Цинковые прутья и стеклянный тубус. Так, а вот есть. Так, читаем дальше. Сейчас. Цинковые прутья, стеклянный тубус. Тут нужна азотная кислота и потаж из пепла растительного происхождения. А что у нас есть растительное? Допустим, салат. Так.